Кровотечение остановлено. Вы только держитесь. Юкимура-кун, ты в порядке? Я все переживаю. Что если кто-нибудь из ребят не вернется живым? Не переживай. Они же мужики. Нагакара и Самада сражаются у Цума, прокладывая путь к обувному отделению. Харада в соседнем магазине отбивается от толпы обезумевших блондинок. Сайт отправляется в отдел детских игрушек, чтобы урвать новую коллекцию игрушек Ути Путин. Все они не простые люди, а настоящие мужики. Настоящие мужики? Главное, верь в них. Хорошо. Замкомандир, вы ранены? Ямадзаки, займись его ранами. Так точно. Хитиката-сан. Кровь? Хитиката-сан, надо перевязать. Просто царапина. Опять столкнулись фанаты Apple и Samsung. Сайта-сан, Харада-сан. Замкомандира, мне очень жаль. Все игрушки Ути Путин были перехвачены противником. Ясно. А симпатия? Симпатия еще не вернулся? Нет. Черная пятница для нас началась не так хорошо. Две из трех распродаж мы уже проиграли. Можете представить, что с нами сделают жены, когда мы им скажем, что не смогли ничего достать по скидке. Ужасно. Думаете, Нагакура-сана и Симаду-сана могли? Здоров! А вот и победители. Нагакура-сан, Симаду-сан! Симпатия? Ну что, неудачники, не смогли ничего отхватить? Зацените, какие бутсы купил. Заебенчик. Да уж, мы еле выбрались. Мамаша того пацана сильно разозлилась, когда у нее из-под носа сперли пару кроссовок. Жертвовал своей честью, так сказать. Опять Apple и Samsung что-то не поделили. Тоси-сан. Да. Выбора у нас не остается. Будьте мужиками. Еще не все потеряно. У нас еще есть время до вечера. Быстро покупаем билеты в другую страну. И сваливаем отсюда, пока нас жены не нашли.